Солнце восходит. Шляпки грибов вот такие потрескавшиеся есть. Видимо, это последствия собственного недостатка. Ну вот какой разум красивый, интересный. Все чему-то служит, или пищей, или удобрением, или еще чем-нибудь. Так вот и гриби, упавшие дерево, поедает. Интересно, какое-то разрастание еловой лапы нормальное, или же это гнездо, что ли, какое высоко, не достать, не видно. Вот старая большая береза отжила свое, упала. Огромное дерево. Такое корневище у нее было. Большое. Яма теперь тут видно. Вот кабанчик. Пробежал, ставил свои копытца.
Да. Я замечаю, очень много стало гибнуть березы. Падает. Почему-то раньше такого не было. Что в природе делается и о чем это говорит? Такие молоденькие совсем. Вот тут ходили зверушки уже покрупнее, следы большие. Ну вот, здесь парочка подберезовиков уже. Один. Вот еще один. Да, и грибы пошли. Посмотрим. Здесь маслята на поляне. Вон. Повылезли. Вот дожди прошли немножко и появились. Вот. Вот. Вон. Ну и посыроежка. Парочка штук, он еще одна там. Вот это хорошее уже по всему видно. Будет. Вон еще одна. Конец августа. В лесу уже желто, отпавшей листвы становится. Березки начинают раздеваться потихоньку.
подберезовички в посадках кое-где попадаются. Свежие, хорошие. Эти вот подберезовички. На этот, похоже, уже престарелый, можно его даже не смотреть. А вот тут вот, там, он стоит, по-моему, хороший.